Экспрессия и выразность молодевого таленту на сцене. Гэтым вызначаўся другий день Международного театрального форума «Мартконтакт-2017». Польский театр танца представил театральный перформанс у театра «Лялек». А у Могилевским драматичным режиссерская лаборатория «Вучни Туминаса» Санкт-Петербурга презентовала пьесу «Король помирая». Завершился день моноспектаклем «Синяя-синяя» у постановцы режиссера Могилевского театра «Лялек» Игора Казакова. Про все по парадку Кристина Каранкевич. Фойе театра «Лялек» переполнено. Девчины в пригожих сукенках с кветками в руках. Чакание чагусьці незвычайного лунаю по ветры. Это международного формата мероприятия, поэтому ну, удивляет каждый год. Стоящее мероприятие. Как бы это, вот, я считаю, гордость нашего города. Что значит театр? Ну, что-то такое духовное, интересное, культурное. Этот спектакль пришли, потому что интересуемся танцами. Посмотреть, как из других стран показывают. Как у них происходит действие, что они чувствуют на сцене. Праца Матея Кузьминского «Архипелаг» – это сбор образов 5 человек, и у каждого из них своя история, якую актеры передают глядачам мовой, жестов и танцам. «Король помирає» Ежена Іонеску – виконання актеров з театра Вахтангова на сцене областного драматичного. Своєособлівая справоздача молодых режиссеров могилевскому глядачу. Постановка – это дипломная работа выпускника режиссерской лаборатории Римаса Туминаса Анатолия Шульева. Пьеса на все часы, але зрозуміла с персональным прочитанием виконавцев. Как с королем уходит его эпоха, уходит его действительность, меняется трон. Так с каждым человеком уходит его мир. С любым из нас, когда мы уходим, уходит наш мир. Поэтому, а если про прочтение говорить, может быть, у Ионеско, может быть, имела политический характер эта пьеса. Потому что он диктатор, король. Но мы это не позиционируем, потому что нам интересней увидеть человека. Ну хорошо, ну диктатор, ну дальше что, ну бывает. Это все в тексте есть. Кто это слышит, кто текст слышит, тот поймет. Вообще, знаете, очень плохо спал. Мне много спал. Земля все время трещит, скот кричит, сирены воют. Я наведу здесь порядок вот этими самыми руками. Моноспектакль «Миколай Стешица» по оповеданию Владимира Короткевича «Синяя-синяя» у Могилевским областным театре «Лялек» выкликал соправдный ажиотаж. Пропанова от режиссера Игора Казакова навод поставить пьесу еще раз на театральном тыдне. Кристина Каранкевич, Виталь Алексеенко, «Новина региона».